Это видео можно назвать «Обжегшись на молоке, будешь дуть на воду». Пес перед тем, как пройти в дверной проем, проверяет лапой, свободен ли проход. А все потому, что когда-то хвостатый имел неосторожность разбегу врезаться в стеклянную дверь. И, видимо, испытал не самые приятные эмоции. Иначе чувство самосохранения не взяло бы верх над желанием полакомиться вкусняшкой. Герой этого видео – находка не для шпиона, а для садовода. Своему хозяину четвероногий помогает копать грядки. И все бы ничего, вот только глубину ямки корректировать сложно. Пес настолько увлекается процессом, что его приходится останавливать. У пушистого помощника слишком много энтузиазма. Всем известно, что коты очень умные существа, но герой этого видео превосходит любые, даже самые смелые ожидания. Он умеет играть в камень-ножницы-бумагу, выбирая каждый раз предмет, который побеждает. И совершенно непонятно, как пушистый это делает. Объяснение одно – перед нами настоящий кот-ученый. А этот пес тоже решил помочь своему хозяину, помочь обрести идеальную форму. Во время отжиманий четвероногий запрыгивает на спину хозяину и выступает в качестве утяжелителя. Хотя, возможно, у песика свой корыстный интерес, ведь его человек тот еще веселый аттракцион, который покатает и приласкает.